На ректорате КФУ 23 мая было решено создать специальный орган – Координационный совет по поликультурному образованию, в который должны войти представители всех основных структурных подразделений КФУ. Его целью будет выработка и совершенствование методик преподавания национальных и иностранных языков, а также контроль их соответствия нормам действующего законодательства о языке. Центром ответственности за успешную работу Координационного совета призван стать Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого под руководством его директора Радифа Замалетдинова. Также члены ректората одобрили предложение в части переименования отделения татарской филологии и культуры имени Габдуллы Тукая в Высшую школу татаристики и тюркологии имени Габдуллы Тукая, а отделение русской и зарубежной филологии в Высшую школу русской и зарубежной филологии. Как объяснил Ильшат Гафуров, эти подразделения будут нести ответственность за реализацию закона о госязыках на территории Татарстана. Татаристика – это комплекс предметных областей, в основе которого стоит, конечно же, знание языка и культуры, традиции, истории татарского народа. На базе этой школы будет несколько кафедр. Это целый комплекс предметных областей, это не один далеко предмет. Но в основе всего стоит, конечно же, знание татарского языка, если это касается татаристики.